тыквы, когда пожелтеет и облетит листва, и легкий летний бриз в интерьере захочется сменить на более теплое, степенное, уютное осеннее дыхание и создать теплую атмосферу дома. С помощью нашего главного предложения дня «Роскошь бархата» – это легко и просто. Мы сегодня представляем для вас уникальную коллекцию эксклюзивных дизайнов, о которой подробно расскажет эксперт телеканала «Шоп-н-шоу» с более чем 15-летним опытом работы в дизайне интерьеров, домов, квартир Юлия Колосова. Спасибо, Оленька. Главный тренд этого года – уютный, теплый минимализм. Мы добавим сюда блеска, мы добавим красивых классических вензелей и сделаем ваш интерьер очень нарядным этой осенью. Осень – это время темное, поэтому я предлагаю вам сегодня роскошный блеск медальонов марк Александр. Эти медальоны появились в эпоху барокко и всегда являются олицетворением роскоши, изысканности и хорошего вкуса. Мягкая игра света и тени. Эти шторы подарят свет, простор. Потолки станут выше. Комната будет гораздо казаться просторнее, чем есть она на самом деле. Конечно же, время осеннее, время пыльное, поэтому мы выбираем еще очень правильную ткань для создания вашего уюта. Мы выбираем не мнущуюся ткань на вискозно-эластановом основании. Это прекрасный панбархат, у которого есть преимущество. Это простой уход, который мы все очень любим. Действительно, шторы не мнутся, они не выцветают до 20 лет. Они, безусловно, вот это да, радуют нас не имитированным рисунком, а настоящим проплетенным, что дарит им долговечность. И вы делаете прекрасную покупку. И, конечно же, шторная лента. Она уже пришита, а это значит, вам не нужно будет ничего дошивать. И как только шторы к вам приедут, пожалуйста, вы сразу можете ими пользоваться. Вы можете делать шикарную драпировку именно за счет того, что повесить можно будет на любые карнизы, на крючочки, на крокодильчики и задрапировать аккуратно. Ой, идеальное решение! И представляем мы разные расцветки. Да. У нас есть три цвета на выбор. Это бежевый цвет, сразу сознаюсь, он мне нравится больше всего. Шикарный светлый цвет, роскошный, необыкновенный. Но это не единственный цвет. У нас есть для вас еще и серебряный, да, цвет. Ты знаешь, вот, Юль, я знаю, что это твой любимый оттенок. Да, это освежающий цвет, серебристый, буквально цвет черного жемчуга, увеличивающий пространство. Есть у нас еще кофейный оттенок, на нем вензеля выделяются максимально, то есть здесь, да, есть как раз тот самый видимый контраст. У благородный, респектабельный интерьер создаем с помощью коричневого оттенка. Торопитесь, вы получаете сегодня по уникальной цене. Это самая низкая цена, которая была представлена когда-либо в наших эфирах. Две портьеры на шторной ленте размером 1,50 м ширина, 2,75 м высота уже на шторной ленте приезжают к вам сегодня со скидкой максимальной, и цена всего 1499 рублей. Вы можете заказать этот дизайн только в этом эфире. У нас их очень мало, поэтому набирайте наш номер телефона и звоните прямо сейчас. Юль, вот в подобном дизайне я маме в прошлом году подарила шторы. Боже мой, и она в восторге. А уж как гости смотрят и просто восхищаются. Я тоже восхищена, как выполнен здесь роскошный цветок граната. Называют этот медальон еще марк Александр. Он появился еще в эпоху барокко и всегда является олицетворением красоты, стиля и просто вот эталонного шика. Мне очень нравится, как выполнен сам по себе орнамент. Он выполнен в объеме, с разнонаправленными ворсинками. За счет этого получается рельеф, и окошко будто оживает. Получается витражный орнамент, который не может не очаровывать. Вы как принцесса в замке, которая ждет своего принца с витражными окнами. Это ощущение, ну, нельзя ни с чем спутать. Оно самое-самое волшебное, и я обожаю эти шторы. Да, преобразите свой дом, набирайте наш бесплатный номер телефона прямо сейчас и сделайте свою первую покупку. Цена за комплект, за две портьеры всего 1499 рублей, скидка 60%. И, кстати, оплачивая сразу банковской картой свой заказ, вы получаете еще 5% скидку. Заказывая на 4990, будет бесплатная доставка. Воспользуйтесь этими акциями. Юль, вот знаешь, вот у меня почему-то отложилось еще с детства, что бархат, да, это очень деликатная ткань. Боже мой, с ней нужно обращаться как с королевишной. Скажи, пожалуйста, ну, насколько капризный? Олечка, мы не капризничаем, и шторы тоже не капризничают. Уход за ними максимально простой. Наши шторы не мнутся. Да, классика, она выполнена на шифоне, будет сложно,
а наши выполнены на вискозной эластановом основании. Именно поэтому вы спокойно их стираете, во влажном виде вешаете на карниз. Никаких заломов, они выглядят безупречно. Вы не тратите время ни на глажку, стирка машинная будет, тоже здесь не тратим время. Мне очень нравится, что вот эти вензеля выполнены с блеском, это не просто так. Это ворсиночки причесанные, как бы вот зачесанные в одну сторону. На такие шторы не налипает пыль. Они не выцветают до 15 лет, потому что ворс окрашивается изначально, а потом сплетается. Поэтому это долговечные, износостойкие шторы, которые радуются неповторимым блеском и игрой света тени. Ой, потрясающе! Роскошь бархата! Записывайте название и звоните прямо сейчас. Давайте посмотрим еще раз на бежевый. Юлечка, в какой интерьер, куда ты рекомендуешь такой цвет? Бежевый оттенок здесь очень интересный. Здесь как будто бы серый смешали с бежевым. Необычный. Такой теплый, сложный оттенок, но он дает вот эту жемчужную невероятную красоту. При драпировке она выражается особенно. И вы высветляете интерьер. Осень — это время темное. Если в вашей комнате маленькие квадратные метры, она комната-футляр, на северную сторону, темнеет рано, то такие светлые шторы будут идеальны. Давайте посмотрим на серебряный цвет. Серебряный цвет — это прохладный. Юлин выбор. У него есть секрет. Именно серебряный цвет за счет вот этого перелива черного жемчуга очень красиво забирает все оттенки вашего интерьера. Они отражаются, и шторы так красиво интегрируются в любой классический интерьер. Вам ничего даже менять не придется. Шторы хорошо очень встраиваются. Серый, новый, бежевый в этом году. Ну а коричневый повесим в кабинеты. Кофейный цвет, да. Кофейный цвет представлен сейчас на экранах. Набирайте наш номер телефона, дозвонитесь прямо сейчас. Юлечка, у всех разные карнизы. На какой наш подходит вариант? Давайте посмотрим. Очень здорово, и тоже это большим преимуществом является, что шторная лента уже пришита. Она широкая, создает ровную округлую фалду, складку. Вы сможете повесить на крючочки, крокодильчики, на штангу диаметром до 2 сантиметров. А это значит, вам не придется пришивать и тратить время, а окно будет выглядеть безупречно. Звоните прямо сейчас. И шторы «Роскошь бархата» представлены сегодня по цене одного погонного метра. Только вдумайтесь, такого не было никогда. Цена 1499 рублей. Добавьте роскоши, красоты. И при этом будут служить шторы вам 15-20 лет без потери качества. Сделайте свою первую покупку. Звоните прямо сейчас.